Ты на канале Monarch Play, и мы продолжаем прохождение GTA 3 Definitive Edition. Вот, как всегда, забыл переподключить клаву к тому компу, с которого это все дело запускается. Так, я поел, я попил, я полон сил, теперь мы можем никуда не спешить совершенно. И заново попробовать пройти эту в кавычках миссию. Который меня уже подбешивает, маляха, но ладно. Так. Тачку, дай. Сопровождение. Все я понял, я все знаю. Я все помню, где откуда кто вылазит, где куда кого искать. Поехали, друг. Правильно, я тоже думал, ну пошел он нафиг. Так, где-то здесь, короче, спереди будет выезжать. Вот это было очень удачно. Где-то типа с вот этой улочки, по-моему, будет выезжать. Вот оно. Здравствуйте. Ё-моё. Надо было ехать на чем-то тяжелом. На чем-то тяжелом и более устойчивом. А можно как-то это не врезаться ни в кого? И вот так тоже не делать. Да блинский, пока ты его найдешь, такого при. Мы только не возле него. Спасибо. Скоро будет еще один. А, он уже едет. Так, с этим нормально расправились, нормально. Целы, живы. Чур нам не мешать. Да блинский, не надо меня переворачивать. Так, здесь я помню, здесь все пофиг, можно его не ждать. Можно ехать вперед. Здесь один чубрис будет. Да ну, можно, пожалуйста, я как-нибудь проеду. То, что мы дымимся, это уже очень хреново. Да. Так, ну не надо меня косить, пожалуйста. Я тебя спасаю, а ты меня косишь. Следующий ты перекресток проведать. Так, где оно? Где оно? Ребята, спасибо. Здесь он поворачивает налево. И человек тоже стоит. Не вижу, что кто-то стоял.
Так, там дальше на выходе по-любому стоит чувак. И мало того, что на выходе стоит еще один, по-моему, там дальше на выезде. Да ну нет, дай мне, пожалуйста, проехать. Слишком близко, ничего не видно. Один вот здесь сверху должен стоять. А второй вот... Стой, так ты можешь не садиться. Второй здесь. Единственное, что остается, это сохранить его от других тачек, которые тут появятся. Одна скоро должна появиться. Так, отлично, вот он едет. Ну, здорово! Стоямба. Блин, не такой быстрый, как они. Хреново. Да, блинский, я могу попасть хоть по одному из них? А, не все. Заедь ты, пожалуйста, туда. Он его опять залагало. Офигенски. Так, его опять залагало. Можно я выйду? Где я застрял? Нога, ясно. Его опять заглючило, его надо вытаскивать. Для того, чтобы его вытащить, нужно... Да ну нет! Да вы прикалываете, что ли? Что за прикол? Что за гиперсложность? Эта миссия реально в оригинале намного была проще. А можно мне хоть какую-нибудь тачку одну, пожалуйста? Да. И он за мной вообще бежит. Ну офигенно. Так, ладно, его надо хорошенечко пнуть. Я понял. Ага, этой фигней ты его не пнешь. Ну офигенно, то есть его пнуть еще надо грузовиком. Он просто не может доехать, в принципе, я понял. Там, кстати, не хпшки ли валяли случайно? Нет, не хп. Хоть какой-нибудь тяжелый грузовик мне можно притащить, пожалуйста? Просто офигенная миссия, конечно. Я не хочу проходить еще раз, потому что я не знаю, что он не может развернуть. У меня такая проблема. А он тяжелый, да нельзя. Чтобы его пихнуть, нужен тяжелый грузовик. Я тяжелых грузовиков здесь пока что не вижу. Ну давай попробуем толкнуть этим, ладно. Не, нифига. Да ты кусок-то дебила, ну ты можешь отъехать-то, ё-моё. Вот нафига так залагивать игру? Отъезжай назад. Назад, я сказал, едь. Назад.
Назад. Никаких вперед. Никаких вперед, блин, пошел нафиг. Разворачивайся, едь назад. Вот, давай заедь хотя бы, пожалуйста. Я буду стоять, я его подправлять буду. Не дай бог, он сюда не заедет. Неужели его он раздуплился, блин? Просто я не знаю даже, что сказать про эту миссию. Она тупо забагована. Да, отлично, отлично, неужели? Не хочу я там никаких ваших телефонов, отстаньте от меня со своими телефонами. Я хочу ехать обратно в город на задание. Офигенно неудобно, что задания находятся во втором городе, а заканчиваешь ты их в третьей части города. Главное, что мы хотя бы закончили это задание. Просто я уже радуюсь, даже когда просто одно задание заканчивается. Ну да, да, да. Давай повисим, подождем. Они друг другу сигналят просто потому, что типа они думают, что они пробку создают. R так близко. А, R это... Ну, поехали на R, короче. Парк так в парк. Я уже... Мне уже пофиг, потому что я там, допустим, перевернусь, честно говоря. А, у меня ни броника, ни жизни. Отлично. Тогда мы едем за броником, едем, сейвимся и едем за этим заданием. Я больше просто без броника не поеду на одно задание. Любое задание это перестрелка, поэтому... Да-да-да. Спасибо, спасибо, спасибо. Ибо... Поехали сейвиться. Просто повезло, что я смог его, блин, подвинуть. Но у него хпшки остались, поэтому получилось подвинуться. Так, конечно, это был бы просто смех. Да-да-да-да. Ничего себе, уже седьмая ячейка. Неплохо, неплохо, неплохо. Так, а там... R здесь. Ну ладно, поехали на А, без разницы. Поближе туда едем. Все равно все задания выполняются, чтобы дальше продвинуться. Тут нет никакой нелинейности. Ну да, ну да, ну да, ну да. Меня сейчас убьет забор. Вообще будет оригинал. Ну ладно, наверное, хпшки остановят, я надеюсь. Если что, заедем куда-нибудь по больнице. Мигель seems to think I'm mistreating him. Still, he's revealed the extent to which Catalina fears your quest for revenge. She has three death squads dotted around Liberty, whose sole job is to hunt you down. Act as the bait and get the death squads to follow you to Pike Creek, where some of my men will be waiting for them. Без проблем. Побывать наживкой, заманить кого-то, это прям мое все. Это я могу, это прям класс. Че, они в других частях города? Только можно я, пожалуйста, не самоубийственно это сделаю, все.
Погоди-ка. Вы где все? Ну офигенно, они все в третьей части города. Ну да, ну да, нам же так туда охота ехать. А замануха тоже там? Или замануха во втором? А, нет, замануха тоже там. Ну ладно. В чем логика, то, что они раздают... О, хпшки. А, мне на задание восстановили хпшки, отлично. В чем логика, что они раздают мне задание в этом городе, а ехать нужно в тот, чтобы их выполнить? Главное, чтобы их заманивать не пришлось, как этот грузовик. Знаешь, из-за чего вот такая фигня, что меня так носит? Тут дорога, лестничка идет. И из-за этого, короче, никак не проехать прямо. То есть тебя машина так просто подкидывает на съезде. И получается, если ты слишком быстреешь, начинает просто как на горочке подкидывать. О, вот как здесь. И все, и ты ничего не сделаешь. Здорово, друг, поехали за мной. Он быстро он приближается ко мне. Очень удачно, очень удачно, очень удачно. А куда их замолить, мне с какой стороны? Нет, явно не с этой. С этого насквозь просто не проедет. А где заманивать-то? А, здесь, я так понимаю. Реально, они что-то сделали, что слишком быстро, как будто машины взрываются, или непонятно вообще, как это происходит. Да, именно так я и планировал сделать. Именно так, именно так. Ведь я хотел, чтобы машина взорвалась. Просто класс, просто мне нравится. Я прям обожаю. Так, ну в принципе за ними можно поехать за следующими реально так. С этой стороны. В чем проблема раздать мне задание прямо здесь было? Честно, можно было их сразу собрать всех? Или только одни за мной могут охотиться? Здоровенько! Привет! Я тут! Спасибо! Приехали за мной! Здоровенько. Да, у меня медленная машина в этот раз, чтобы ты успел за мной ехать. Чтобы я видел четко, что ты едешь за мной. Ой, извините. Я просто проверяю, на самом деле, дальний мне вид. Oh yeah, да, именно так мы едем. Надеюсь, мы впишемся в этот поворот. Но ты немножко не вписался, не проблема. Бывает, но видишь, я вписался, ты не вписался. Ехай за мной. Разворачивайся и едь за мной снова. Вот сюда, друг мой, сюда за мной, yeah, yeah, именно сюда, да. Пойду соберу ваши патроны. Спасибо большое. Так, окей, мы на эти медленные тачки поедем дальше. Ну, правда нет, если мы найдем по дороге по тачку побыстрее, то, конечно же, мы ее заменим. А, заехать можно и отсюда, но, блин, оттуда гораздо удобнее заезжать. Это еще и эффект такой неожиданности получается. Да, да, да. Спасибо тебе за джип. Ну, давай хотя бы даже Сентинел возьмем или что-то. Так. Дальше нам в самую нижнюю часть города третьего. Эти город, по-моему, вообще для галочки, смотри, его практически нет. Тут так, чуть-чуть частных домов. Все. По сравнению с этим... Это... Vice City прям огромный, хотя нифига, Vice City примерно такой же, по-моему, по городу, город по расстоянию.
GTA, конечно, Сан Андреас уже значительно больше города. Ну там как бы и в общем, в принципе, немножко другая игра. Ой, извините, мне нужна тачка побыстрее. Мне подойдет как раз машина, которая будет выглядеть так же, как у них. Следователи, поехали. Поехали, поехали. Ты едешь за мной вообще? Или ты вообще там не торопишься? Блин, он как в прогулке едет просто. Извините. Друг, вот сюда. Отлично. И вот сюда. Отлично, задание пройдено. Идеально. Давай возьму у них эмочки, дробовички, деньги, и даже у своего возьму, что-то буду пропадать-то. Так, у нас задание снова все в первом городе. Класс, супер, мне очень нравится. Да, именно сюда мы прилетали, на когда в Сан Андреас играли. Именно в эту часть, это, видимо, что там? И броник, и ХП? Надо запомнить, а где это? Короче, в центре, грубо говоря, вот этого ателье всего есть броник и ХП, нормально. Надо запомнить. В центре ателье, сказал тоже. Тут как-то машины, на самом деле, на удивление, управляются не все, скажем так, плохо, что ли. Но в том плане, что машина, даже которая чуть помедленнее, типа вот этой, она среднехорошая. Она как бы типа хорошо управляется, и в том числе на полной скорости, а не как вот эта вот, которая моя любимая. Нет, не поднимай ничего. Ура, я успел. Так, ну теперь определенно надо ехать к мистеру Air. Главное, буду налететь. Нет, нормально. Так, прокатит. $300 за то, что я идеальный трюк сделал, сумасшедший. Ну да, я согласен, это было дико. Мистер Рэр, да просто вам повезло, то, что вы тут рядом. Рыбалка. Окей, погнали. I think my partner's a rat. We gotta shut him up permanently. He goes fishing out of his boat near the lighthouse on Portland Rock most nights. Steal a police boat. Make sure his backstabbing plans are sunk. I want him sleeping with the fishes, not eating them. Конечно, конечно, мы же что, всю игру чем занимаемся? Только убиваем людей и все. В этом плане, конечно, сюжет третьей КТ-шки скудноват. В целом пофиг. Неплохо. В любом случае, это гораздо кайфовее, чем, например, даже вот сейчас выходит, по-моему, Portal на канале параллельно. И, короче, это... Там бывали моменты, где прям мне хотелось закончить уже все и больше не играть. Но это чисто в силу того, что я не хочу смотреть, как проходить игру. Хотя я не отрицаю, что, возможно, придется когда-то это сделать на какой-то из игр. Вот, но в целом просто, ну, не очень охота мне смотреть, мне хочется самому до всего допереть. А если ты хочешь до всего сам допереть, то приходится тратить очень много времени. Так, я надеюсь, ну хотя бы, да, он полицейский с пулеметом, отлично. Так, хорошо, мы все это дело запомнили и поехали дальше это дело проходить. Здравствуйте, так, отправляйтесь к маяку. Я хоть правильно еду? Вроде как да. Даже рисковать не буду под ними пытаться пройти.
Ну да, просто видишь, получается, в воде они сделали так, то, что она бесконечной глубины, она как текстура непрозрачная, и ты, грубо говоря, по ней ты можешь плыть, а, ну, именно на каком-то транспорте, который не погружается в нее. И что, это ты? Оригинально он рыбачит. Просто глушит рыбу. Он гренки кидает. Нужно как можно быстрее с ним разобраться. А все, у него же нет хп. Отлично пройдено. Так, а здесь я нигде подняться не могу. Или я здесь смогу подняться? Ну, в теории же вот тут-то могу запрыгнуть просто и дойти до дороги, до ближайшей. Так мне охота сейчас все объезжать, это просто жуть будет все объезжать. Хотя, конечно, и это было не слишком много, но ладно. По крайней мере, вот уже где-то тут дорога. А, ну не, нормально получилось, это тебе достаточно быстро, я ожидал, что будет гораздо дольше. Я что, высадился в первом городе? Давненько мы тут не были. Придется взять ваш грузовичок, извините. Это только на время, это я просто хотя бы до какого-то транспорта доберусь. Быстрее. Надеюсь, я не впилюсь, но я впилюсь по-любому. Ай-а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 й, больно было. Так, тут сразу подъем на мост. Ну ладно, поехали, значит, на мост. Так, у Эра еще есть задание для меня, значит придется еще с моста к нему походу ехать. Так, ну в принципе получается из всего, что мы сделали, пока что понятно, что нас поставили, мы просто ходим за Декаталиной, пытаемся в этом мире что-то типа заработать. Смутненько так это все выглядит. Вот, ну плюс ко всему параллельно, конечно, сильно прям выкашиваем злодейское различное... Как это сказать? Уменьшаем население злодейское, злодейское, бандитское. Ну, мы сами бандит. Не меньше остальных. Короче, не знаю, как даже назвать. Просто мы... Правильнее всего сказать, мальчик на побегушках, как все и говорят. Нам говорят, мы едем и стреляем. По-моему, на грузовике я сюда ни разу еще не доезжал. Живая мумия. Ну погнали, погнали. Смешно просто получается. Типа мы столько народу грохнули, которых он думал то, что... Это стукачи, по факту это все были не стукачи, мы просто зря кучу народу убили. Класс, класс, мне нравится. Очень-очень-очень в стиле GTA. Так, подожди. А мне выезжать-то назад. Где вообще хотя бы то, что зачем я охочусь? Ага, оно... Ой-о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 й
Пока он едет, где нам удобно.
Ну здорово! Я не тому урон, а... Вон он. Нормально, он просто выпал из этой. Это задание было угарное. Я чувствую, что это даже не он стучал, то что типа мы просто так чувака пильнули, ни за что. Блин, здесь можно подняться? Прямо к нашему доброму мистеру? Почти. Это судьба просто складывается такая, то что я постоянно нахожусь рядом с ним и еще и на этой тачке. Но я смотрю по времени, то что мы уже не успеем просто следующее задание сделать. Поэтому спасибо за просмотр, ставь лайки, пиши комментарии, вступай в группу в Дискорде, ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме. Конечно же, подписывайся на канал и следи за продолжением. А еще можешь посмотреть, что у меня на втором канале происходит. Пока-пока.